Я создал свой бренд, основываясь на своем образе. Я вложил много ресурсов, чтобы распиарить свой личный бренд. И теперь он работает на меня. И когда я запускаю любой проект, я всегда использую свой образ, привлекая людей, не вкладывая много денег в пиар. Ксения Собчак добилась больших результатов, создав свой личный бренд. Теперь она зарабатывает на нем везде, в Инстаграме, в рекламе. Я уверен, что у нее есть чему научиться. Я буду на ее мастер-классе «Я бренд».